В городах и районах регулярно проводятся рейды по соблюдению требований ЧСПК. Проверки проходят в местах массового пребывания людей. Особое внимание уделяют работе маршруток и троллейбусов. Как обстоят дела в общественном транспорте столицы, узнавала Аделина Сафронова. Автобусная остановка по улице Советская в самом центре города. Здесь с самого утра сотрудники ГИБДД, полиции и СС устроили очередную внеплановую проверку. Они останавливают каждую проезжающую маршрутку и проверяют водителями и пассажирами выполнение требований ЧСПК. В автобусах и троллейбусах все без исключения должны быть в масках. Это требование ЧСПК на особом контроле у проверяющих. В случае его отсутствия в первый раз пассажир отделывается предупреждением, а вот к водителю применяются более серьезные меры. На нарушителей водителей будут накладываться штраф в размере 1000 рублей. Водители должны при себе иметь не менее 6 медицинских масок, менять их каждые 2 часа. Кроме этого, обязательно и наличие перчаток и антисептика. Покажите средства, запас. Перчатки тоже меняем. Антисептик для рук. Для рук, перчатки. О, а у вас салфетки. Хорошо. Также сотрудники СЭС проверяют наличие ДЭС-средств для обработки салона в транспорте. Салон убирался сегодня, обрабатывался. Да. Очередная проверка показала, все требования соблюдены. Пассажиры и водители с пониманием относятся ко всем мерам предосторожности. Адрина Сафронова, Александр Каплеев. Вести, Луганск, 24.